24 июля по инициативе министра спорта области состоялся координационный совет по вопросам развития волейбола и гандбола на Дону. От гандбольного клуба «Ростов-Дон» выступил генеральный директор Антон Ревенко. Система подготовки профессиональной команды к играм на высокий результат подразумевает выполнение множества условий. От качества покрытия площадки, инфраструктуры восстановительных мероприятий, организации тренировочного процесса. Каждый нюанс имеет исключительную значимость. Поэтому главных конкурентов ежегодно ставят самые высокие задачи. Для достижения существуют собственные игровые залы, тренировочная база, медицинский центр. Наш клуб при наличии, безусловно, тех же задач до сих пор вынужден арендовать для официальных игр дворец спорта, а тренироваться в зале «Олимп». То есть абсолютно разных условиях. Что это такое, для спортивных специалистов объяснять не надо. Знакомое покрытие всего плюса и минуса для команды хозяина является значительным преимуществом. Наши гандболисты этого лишены. Мы проводим время на нашей площадке столько же, сколько команда соперник. Технически получается, матч проходит на нейтральном поле. В связи с чем, еще раз подчеркну, главную проблему донского гандбола – отсутствие в Ростове-на-Дону современного дворца спорта. Базы как для команды, так и комплексной базы. Ведь сопроводительные аспекты, системы медицинского обслуживания и восстановительный центр также связаны с единой базой. Пока же наши реалии – инфраструктура 1965 года зала «Олимп». Отвечает ли он современным требованиям? Очевидно, вопрос риторический. Мы вышли с предложением в Ростовской области создавать региональный центр по видам спорта. И по гандбольному центру теперь уже я знаю, потому что в Италии очень, когда мы общались, эта тема не поднималась. Мы с вами смотрели греблю, мы смотрели гимнастику художественную, спортивную, мы смотрели фехтование, еще виды спорта. По гандболу на сегодняшний день есть, эта тема есть. Я готов действительно обсудить, ну не только с Тарючем, там, конечно, не очень достаточно помощников в этом плане. То есть мы эту тему обсудим. Спасибо. Основание нашей вертикали – это привлечение детей к гандболу, внедрение гандбола в школах, работа без США. Именно на этом фундаменте в итоге строится наша вертикаль, вершина которой становятся золотые медали и кубки. А если их нет, значит что-то было неправильно сделано в основании. За последний год гандбольное сообщество уделило значительное внимание общеобразовательным школам. В 8 школах Ростова-на-Дону заработали секции гандбола для мальчиков и девочек. Федерация гандбола и команда «Ростов-Дон» оказывают помощь этой инициативе, которая демонстрирует тенденцию к развитию. Гандбольный клуб неоднократно передавал школам гандбольные мячи, форму, ворота, проводил мастер-классы, в которых принимали участие наши звезды. Факт налицо. Школьный гандбол развивается. Теперь наша задача снова закрепиться на достигнутом и двигаться вперед. То, что на сегодняшний день мы делаем со школами, я считаю, это абсолютно правильное дело. Если ваши союзники, сторонники, вы прекрасно знаете по моему прошлому опыту работы в академии футбола, да, я пропагандировал все эти вещи. Потому что приход команды, приход тренера в школу, в общем, за это учреждение, это уже праздник для тех детей, которые зависли на уроках физкультуры. Это касается не всех учителей физкультуры, но тем не менее, мы знаем, как раз проходит урок физкультуры. А это сразу взрыв эмоций, это сразу интересно. И этим самым побуждаем ребенка к активному занятию спортом. Абсолютно правильно и верно, и в данном плане я готов участвовать и с главами муниципальных образований в оказании помощи в реализации системы. О проблемах детского донского гандбола доложил член Федерации гандбола области Вячеслав Ясаудника. Из-за недостаточного финансирования детские команды, кроме официальных соревнований, играют в год 1-2 турнира, и то за небюджетные средства. К примеру, команда Краснодар участвует в 80 турнирах и за все это за финансы города играет. Для участия в первенстве России по всем возрастам, юношам и девушкам, в 2013 году нужно 7 миллионов рублей. Это без учета подготовительных турниров и учебно-тренировочных сборов. Областной бюджет выделил 4. На сегодня денег нет, соответственно, да?
под угрозой дальнейшего выступления сборных команд российских соревнований. Отсутствие нормальных условий для полноценного учебно-тренировочного процесса. В Ростовской области залы, пригодные для гандбола, имеются у юношей. Это в Таганроге, Бюсшатри, Бюсшатва, Вачеркасская и в Целине хороший зал Бюсша. У девушек Бюсша-6, Бюшор номер 8 и Уори, город Ростов-на-Дону. Но даже в этих залах испытывает постоянная нехватка тренировочного времени. К примеру, в школе краевой Краснодарского, там у них в США 5 полноценных площадок, а по всему Краснодарскому краю, в каждой станице, у них современные гандбольные комплексы. Наши же воспитанники тренируются, ну мы тренируем вообще в заднем школе, 24 на 12 современных площадок. И дети видят стандартную площадку только при выезде, тот же самый Краснодарский край. В завершении встречи Юрий Балахнин заверил, что в ближайшее время спортивная инфраструктура для игровых видов спорта, в частности гандбола, улучшится.